Ребята! Пацаны! Открывай! Пацаны, не смешно! А, все, нам хана. Не найдешь! Иди в жопу, сволочь пузатая! Нет тут никого! Типа они наблюдают и так далее. Наверное, что-то... Понял? Пойдем, женская. Понял. Мы были на правильном пути. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, и смотрите игровой канал Вредного Енота. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Outlast, поэтому напяливаем ухи и погнали. Опять сейчас в атмосферку надо будет ходить и так далее. Ну да ладно. Я думаю, атмосферка настигнет нас очень быстро. Ой, ё-моё, что-то громко. Так, а мы где? А, всё, сообразил. Точно. Так, тут что-нибудь есть? Не-не, пойдем на свет. Ну и он нахрен. Секунду, что нам нужно? Там выход света им надо. Нет, не так. Тихо. Чёрт. Короче, нам, по-моему, надо выход найти из канализации. Задание было. Вот. Цель, найти выход из канализации. Вот им-то мы сейчас и будем заниматься этой целью. Почему ты уверен, что за нами кто-то будет бегать? Кто там портянки свои стоял, а? Бляха-муха, тут что-нибудь есть? Выход! Не, какой нахрен выход? Там ночь была на дворе. Это явно не выход, это что-то плохое. Ёб твою за ногу! Ты живой, нет? Это... Я... Напоминаю, это хоррор. В хоррорах возможен мат. И даже более того, наверное, тут жизни необходим. Ты что, ты нормальная? Ты как, нормально, да? Короче, он труп. Ему хорошо. Он больше ни о чем не грустит, он больше не парится. А мы паримся. Вот это, наверное, его... Рубашечка, да? Или что это? Нет, это какая-то портянка непонятная. Чё? Куда идти? Хер ты его пойми. Ладно, пойдем пока. Ага. Ну, в принципе, нам недвусмысленно намекает, куда идти. Это меня, на самом деле, радует. С другой стороны, это меня напрягает, потому что та собака, которая с нами гоняется, тоже знает, куда идти. Секунду, а вот сейчас я в замешательстве. Погоди, а куда идти вот? Отсюда мы приперлись, вот прям отсюда. Погоди, а что там за этим пацаном-то было? Как бегать-то? Вот так бегать. Вот. А, не, погоди, это такая же труба. Да. А что делать тогда? Ребята! Пацаны! Открывай! Пацаны, не смешно! Ты тут сиди, не дергайся. Если будешь дергаться, я тоже буду дергаться. А если я буду дергаться, я буду паниковать, и ты меня будешь постоянно убивать. Поэтому так делать не надо. Я бы, конечно, хотел бы сказать что-нибудь другое. Но, к сожалению, драться мы совершенно не умеем. Поэтому нас будут просто убивать. Чё за шум такой? Там что ли вода? Погоди, а это вообще открывается? Нет, решут. Подожди-ка, я понял. Понял, подожди, мы ж такие худенькие, мы ж пролезть можем. Точно, да, мы ж пролезем. Вообще, мы ж вообще молодцы. О, паркурчики. Мы исследователи, мы сейчас вообще сюда пролезем. Во! Во! Может, батарейку найдем. Что это? Ага! Подожди, я думал, нас сейчас куда-то загрузит.
Ладно. Ползем. Нам сейчас тут опять по ушам надают. Твою мать, это что было, бляха-муха? Да херня летала. Бляха-муха. А куда она улетела? Не, мы за ней не пойдем. Мы пойдем от нее. Погоди, это что такое? Не шуми, дебил. А, это не мы шумим. Ладно, дебил, извини. Бляха, муха, у кого-то распидорасило. Че это такое? Подожди, нет. Вот так. Ладно. Хера ты, смотри. Давай, открывай. Заметки. Обнаружено нацарапанным на обороте соглашение о лечении. Почерк сходен с образцами почерка пациента отца Мартина Арчимбода. Этот бог настоящий. Как долго обманывались мы призраками, духами, безумием. Невежество наше было умышленным. И сам апостол Павел однажды был ослеплен. Пелена на его глаза глазах была лишь страхом, но истина видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Таков дар Вальридера. Евангелие песка. Нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога. Получить его откровение и передать его ждущей пастве. Это место. Перекрыть путь к спасению грех, за которым любое наказание не будет слишком суровым. Ага. Твою мать. Да выруби ты. Не дай бог, эта скотина сейчас куда-нибудь вылетит откуда-нибудь. А она вылетит. Это я тебе говорю. Ты как... Ага, она туда в любом случае. Короче, мы молодцы. Мы дали кругаля, и мы все равно идем туда, куда... Не дай бог, не дай бог. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо из меня делать седого заику. Так, сохранение. Это хорошо. Твою мать! Тетя воду открыл две заслонки. А что так громко-то? Цель, ты нахрена так громко обновляешься? Так, секунду. Что это? Price and block. Ага. Female ward. Понял. Женская и тюремная. Так, давай смотреть. Вот она женская. Куда она идет? Мы где вообще? А, мы вот, наверное, вот тут. Вот тут, вот тут, вот тут, вот. Вот, вот. Вот тут. Я ж прав? Да, вот они как раз искривления. Значит, смотри, нам нужно прямо... Да, сначала прямо направо. Там вроде как покороче, вроде как нет никаких непонятных путей. А потом пойдем к женской. Ладно, пойдем. А чё нет? Тихо, твою мать! Тоже так умею. Ой, твою, блядь! Беги! А куда бежать сюда? Падай! Зашибись. Я даже сказал лучшим. Ой, бляха-муха, тут закрыто все. Сюда. А знамя дегенерат будет долго гоняться? Тут ничего нету. Туда. Да пошел нахер. А, все, нам кана. Не найдешь. Иди в жопу, сволочь ты пузатая. Нет тут никого! Тихо, 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 тихо. Пошел в жопу! Бля, какой послушный дебилует, а? Вот все ничего, но эта сука в дверь вышибла. Ага. Эй, падаль, ты где? Ладно. Ой, это уж шкафчики были. Ой, это я не то сделал, это вот так надо сделать.
Смотри, если что, сразу в шкафчик. Меняй батарейку. Блин, батареек нет ни хера. Так. Сделали свое грязное дело и быстро в шкаф. Че там гитаре? Да он вон, идет, идет. О, припёрся. Пошел нахрен. Тебе показалось. Откуда он вообще взялся? Он вроде как наверху где-то был, нет? Как он за мной гоняется? Как он меня чует, сволочь? Зашибись! Красавец! А все, я даже встать не успею, да? Куда? Нет, я успел, посмотри-ка. Ну, побежали. Экстремалы, мир трюков, бляха-муха. Бляха-муха, куда бежать-то, твою мать? Беги, тут женское где-то должно быть. Что там? Давай где-нибудь побегаем. А почему нет? Давай сюда, вот сюда не влезет. Сюда не влезет стопудово. Все, музыка пропала, мы молодцы. Опа. Точно. Ха. А тут прятаться негде. Хочу вам сказать. Пошел в жопу. Короче, смотри. Мы молодцы, мы это открываем. Куда обратно бежать, я хер его знает. Наверное, вниз. Смыто, вы получили приз, спасибо. Точно. Так, тут... А, тут безопасно, да? Ну, или что-то типа того. Нет, зачем ты этой стороной? Давай другой стороной. Мне же смотреть надо. А. О, подожди, нет, может, отлично. Мне что надо смотреть просто будет. А, тут нет прохода. Ну, хорошо. Ой, бляха! Беги, проталкивайся сюда. Я слышу, что-то за шум. Что за шум? Вон на чем. Слышь? Ты где? Ой, а ты где? Ой! Эй! Ау! Да он где шарит, смотри. Вот тут где-то ходит он. Я ж тебя слышу. Я почему я ору? Да вообще где-то рядышком. А где? Где ты, сука, ходишь, а? Бляха, такая тварь, а? Просто конченая тварь. Зачем за мной гоняешься? Ладно, я примерно понял, как назад бежать. Но это примерно, я со спугу. Ни хера не запомнил. Мне кажется, надо просто надо сквозь него бежать нахер, да и все. Вперед! В атаке! Пошел нахер! А я в канализацию! Вырубай! А как по-другому, он если за нами тут ходит, я хер его того знает. Вниз. Не забудь средний палец показать, когда будешь это, когда он высунется. Ага, ага, ага. Бляха, а сколько вниз-то? Чё? Где мы? Он же не спустится? Нет, он не спустился, это хорошо. Ой, ноги, ой, жопа чья-то. А, нет, не жопа. Мадама, а вам не кажется, что вы не мадама, а мужчина? Зачем в женском платье? Погоди, да как так? Батареек нету. Да должны хоть что-то где-то быть. Я не поверю. Мы просто... Вообще, вот как тут ориентироваться? А если ничего нету? Все?
Довольно странно. Хотя, может быть, оно как бы... Ой, тут еще один. Ну, чисто по логике. Должно что-то быть. Вот представьте, как сложно играть на джойстике, а? У кого-то я слышал фразу. Кто-то пытался играть после компьютера. Вернее, на компьютере. Тихо. Играл на компьютере. Чё такое? И подключил джойстик. Так вот. Он изматерился. Сказал, это нереально. Это реально. Мы можем. Давай. До свидания. Не, давай вылезем. Чего там? Вдруг это друг. На задний хер хотят все убить. Какая разница? Ну, завалят нас канализацию. Завалят нас над канализацией. Используют канализацию. Все равно... Везде слово канализация есть. Везде все плохо. Подожди. Кто-то где-то опять валят. А мне бы батареечки нету. Вы там разбирайтесь, а мне батарейки дайте. Ой, сохранение, это хорошо. Ой, это хорошо. Я эту 15 минут прошло и уже натерпелся. Да. Давно в хорроре не играл. Ой, как давно. Страшное это дело. Страшное. Ладно, продолжаем. Блин. Где ж ты, сука, такая ходишь, да? Чё тебе вообще от меня надо? Нет, нет, нет. Ты чё, дурак, что ли? В канализации с фонариком ходите петь. Пошел в жопу. Маналова. А? Ты кто, ёпта? Доктор мёртв. Ты это знаешь, да? Доктор Вернике. Он умер еще до того, как начал я работать. Да мне насрать. Только какие эксперименты мертвый доктор ставит на живых пациентах? Вот в чем вопрос. В смысле мертвый доктор? Ты что, дурак? У тебя батарейки есть? Что, может, ты торгаш? Есть что, а? Так ты симпатичней. Ты, а что это пепси? А, это пепси, нет, это батарейка. Блин, что-то и так херово, а. Выход из канализации найти. Как я найду, если я все глубже забираюсь? А там какая-то херня ходит. С фонариком. Песенки он, блядь, поет. Фимейл, мейл, вард, вард. Что такое вард, вард? Вард, вард, не знаю, вард, вард. Варды в доте, я знаю, есть. Типа они наблюдают и так далее. Наверное, что-то... Понял? Пойдем, женская. Понял? Мы были на правильном пути. А почему нет? А ты откуда упал-то, а? Почему у них там везде все так светло, прям светом заливает? У тебя там, блин, такая же задница, как и здесь. Ни хера не видно. Ага. Не батареек бы, у меня батареек вообще нету. А, не, ой, как пригодится могут. Ой, фу, кишки. Ой, я уже думал батарейки. Я что-то напрягает меня, потому что тут куча тел. Все они порваны на куски, вот и живое нет. А, сейчас. С другой стороны... Что меня радует? Твою мать! Ни хера меня уже не радует. Тот-то чувак сидит, я так понял, там давно. Не парится, ничего не боится. Так, знаешь, как делаем? Делаем вот так. Открываем, если что. Сразу бежим. Ой, она не открывается. Ой, как хорошо. Ой, как меня это успокоило. Тот мужик просто сидит, он не парится, значит, наверное, ничего опасного не должно быть. Чисто по логике. Хотя, может быть, стая большущих крыс. Но не уверен. Давай вот так пользоваться. Может, вообще ни хера нету. Еще батарейка последняя сдохнет, будет вообще печально все. Не, пойдем сюда.
Так, тут есть свет. Это хорошо, тут есть сохранение, это вообще отлично. И тут есть враги, а это дерьмово. Это все плохо, это вообще ужасно, это печально. Да, это печально. Почему нет? Твою мать, что это? Вы что, дураком хотите оставить, а? Че ты там ломишься? Сиди там. Нет, подожди. Батарейки. Да какие нахер батарейки в канализации? Вы о чем? Бляха, без батареек-то хер узнает, что делать будем. А это что? Давай все-таки сходим сюда. Ты, блядь! Пошел нахер! Дебил! Асен, дурачок! Меня таким же хочешь сделать, да? Знаю я вас, идиотов. Так, давай лезем наверх. Ой, опять вниз. Вижу лестницу, идем на лестницу. Вижу жопу чью-то. Твою мать. Я не начну без батарейки теперь делать. А я говорил, что это жопа это. А ты не верил. Бляха. Что? Тихо. Камеру еще не промочи только. Так, ладно, там есть свет, идем так. Главное не промочить камеру, то есть еще и камера тут водопроницаемая, это вообще будет плохо. У нас вроде типа GoPro какая-то. Как, не GoPro? Не GoPro, конечно, но типа тоже экшен. Че, давай, забирайся. Ну все, ну скажи, что это выход, скажи, что это конец игры. Не ори на меня. Где что происходит? Ох, ё-моё, камеру не утопил. Козел там где-то. Как думаете, в темноте видит? Он вот тут где-то. А мы-то где? Вон он. Вот он. Как он, бляха-муха, в темноте видит? Это лестница. Нам туда надо. Не спасет нас камера, короче. Идем на ощупь. Тупо идем на ощупь. На слух и на ощупь. На ощупь и на слух. Давай, родной, давай, 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 давай. Как тут забраться? Твою мать, что это? Как сюда забраться? Сможешь, нет? Да ты должен суметь. Твою мать. Вон лестница. Конечно, почему нет? Сейчас хоба камеру ставим, и он перед нами. Да? Беги! Ты чё сел-то, дебил? Я сказал, беги! Ой, ё, успели. Прикинь, а он сел? А он дурак совсем? Ему жить надоело? А, он не лезет. Пошли посмотрим теперь. Может, батарейка есть. Ой, смотри, тут кто-то есть. Ой, так ты живой. А чё, ты это, батарейка есть? Ладно. Ладно. Мейлвард. Что такое вард? Ты охерел, что ли? Да ты пошел нахер! Всем дурак! Я дул! Да какой гетбаг? А я куда? А я не знаю куда. А я вот гетбаг делаю. Ой, ё-моё, я вот именно гетбаг и делаю. Бля, как это я так сделал? Давайте, давайте мы на сегодня закончим. Это дурная игрушка, блин. Я думал, в той серии был экшен. Не, в этой серии гораздо больше экшена.
Блин, я же вспотел, что спуг весь. Что ладно, давайте на сегодня заканчиваем. Чтобы не пропустить дальнейшие выпуски, нужно подписаться на канал, на паблик, на твиттер, оставить комментарий, поставить лайк, сделать репост. Всем удачи, пока!